ребенок, решивший проблемы других. Разгад был, приняв эти муки. Перебирая планы праведности, результат. Правильно ли все решал, но не было пути назад. А что бы выбрал ты на месте, будучи в слезах, убить ребенка или уничтожить весь свой раз? Йо-йоу, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала, с вами Влад Икпорт. И сегодня у Анирэда вышла новая работа. Колокольчик сработал, потому что я подписан на канал, колокольчик у меня есть. И у Анирэда вышла новая работа с прекраснейшим исполнителем аниме-рэпом. Дороро называется работа, аниме-рэп. Блин. Этот дуэт просто прекрасен и шикарен. Анирэд это просто хорош, он просто красавец, он старается. Посмотрите, сколько за этот месяц работ было выпущено. Если я не ошибаюсь, 4 или даже 5 штук. Все прекрасны, все хороши, и огромное спасибо за это ему, потому что чувак старается и делает годный контент для своих зрителей, которые, конечно же, шарят в аниме, и им просто невероятно повезло, что они прям разбираются в этом и проникают просто невероятно в эту всю атмосферу, потому что они понимают смысл, и плюс у Анирэда стиль прекраснейший, его просто слышать прекрасно, и если он даже будет делать песни в будущем, не про аниме вообще, да, это тоже будет гениально, потому что он хорош, он умеет делать шикарную музлу, я вам так могу сказать. Что касается аниме-рэпа, это тоже прекрасный чел, у меня не так много реакций на него, но не знаю, почему вы не заказываете или заказываете, просто я пропустил, всякое может быть, ребят. Но как дуэт, как совместная работа Анирэд аниме-рэп, это, я думаю, бомбезная связочка, которая даст нам сейчас невероятных эмоций. Что касается этого персонажа, да, Дороро, я вообще, ребят, не в курсах, кто знает, кто шарит. После того, как посмотрите реакцию, напишите в комментариях смысл, вот это вот все, потому что мне нужен разбор. Я ставлю лайк за старание в любом случае, мой 510-й, я подписался уже давно, у меня колокол стоит, и сейчас мы будем проникать в эту атмосферу. Что касается по картинке, да, какая-то девочка стоит, это, наверное, она и есть, Дороро, да, гора какая-то. Трава, атмосфера дождя, то есть атмосфера грусти, скорее всего, что-то пошло не так, я думаю, будет грустновато, потому что оттенки не яркие, оттенки грусти и обиды какой-то, разочарования, потому что еще тучи, дождь, облака какие-то, не знаю, ну все, темные цвета, темная атмосфера, темная энергия, я думаю, не все так хорошо, да, и сейчас будет, наверное, атмосферное звучание от Анирэда и аниме-рэпа. Ну что ж, давайте кайфовать, давайте наслаждаться, всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, кто будет кушать, естественно, собой. И, конечно же, давайте наслаждаться. Я не знаю, сказал ли кто мне это порекомендовал. Если нет, ну я все равно там ставлю. Давайте, ребят, кайфовать. 3 минуты 16 секунд наслаждения прямо сейчас. Прямо сейчас, прямо в наши уши. Давайте, удивляйте меня. Анирэд и аниме-рэп. Вы сделать плохо просто не имеете права. Вы этого не умеете, я вам больше скажу. Давай, погнали. Спасибо, это очень важно, потому что в прошлый раз вы мне сказали включить субтитры, я включил. И здесь я забыл, скажу честно, но аннотация мне помогла. Просто Анирэд умница, красавец, что это сделал. Если бы ты этого не сделал, я бы опять не врубил, опять бы не понял бы вот это вот начало песен, потому что оно же на другом языке, и я не понимаю. Но ты красавец, ты огромный молодец, просто, блин, мастер своего дела и ремесла. Красавец. Кстати, в начале не было перевода, и это, конечно же, плохо. Но ничего страшного, бывает, может быть, еще не успел. Всякое возможно, или у меня они просто не сработали, да. Всякое возможно, и я не злюсь на это. Ребят, в любом случае, в комментариях отпишите, кто что знает, что это обозначает в самом начале, потому что это всегда какие-то отсылки мелкие, хорошие, прекрасные. А может быть, даже не мелкие, которые раскрывают абсолютно весь смысл этой песни еще в самом начале. Всякое возможно, но пока что мне нравится этот бит.
И он очень атмосферный и достаточно грустный. Давай. Суросорому дорога. Мы больше не в силах скрывать от судьбы страхи, присущие людям. Убить человека в себе или жить с руками в крови, но без судей. Мы больше не в силах скрываться одни, смотреть на мир через руки. Ребенок, решивший проблемы других, разгадал, приняв эти муки. Не, ну это уже страшное начало. Это очень страшный ребенок. Почему, во-первых, ребенок, который решает судьбы других людей, был распят, да, приняв эти муки? Я просто не понимаю, ребят. С самого ходу, с самого начала этой работы уже дается атмосфера какой-то невероятной истории, я вам так скажу. Это просто невероятная история, с самого начала уже меня в это погружает, и эмоции выходят наружу. Просто блистательно, как вот за 40 секунд можно просто проникнуться в то, что ты даже не знаешь и не смотрел даже историю этого аниме, но все равно человек тебе говорит это и информирует тебя, и это тебя заставляет проникаться в это все и думать об этом. Насколько же хорош автор, что может делать так. Не каждый, я еще раз повторюсь, не каждый сможет так завлечь зрителя, который даже вообще не вшарит в этой тематике. Но то, что он мне сказал здесь, за 40 секунд, уже дает мне какую-то грусть, потому что текст очень грустный, история очень грустная. Я уже это очень понимаю. Огромные молодцы, ребята, огромные молодцы. Просто невероятную делаете работу. Спасибо за эту энергию, за эту атмосферу. Вы чудесные. Вы реально чудесные. Давай дальше. Мы больше не в силах скрывать от других страхи, присущие людям. Убить человека в себе или жить с руками в крови, но без судей. Мы больше не в силах скрываться одни, смотреть на мир через руки. Ребенок, решивший проблемы других, разгадал, приняв эти муки. Перебирая планы праведности, результат, правильно ли все решал, но не было пути назад. А что бы выбрал ты на месте, будучи в слезах убитым? Блин, ну какой же он хорош, как ворвался, просто невероятно, врыв. Блин, какой Splashal One, просто врыв. Ребят, я один просто до мурашек. Хорош, ну вот просто мужчина. Я просто хочу, чтобы у него просто было еще больше подписчиков. Ну не 6 тысяч, 600 тысяч, минимум 696 тысяч пусть будет здесь. И этого и то будет маловато для такого автора, ребят, но... Он ничем не хуже там многих знаменитых исполнителей, не касаемо вообще аниме-тематики. Он может даже не про аниме петь, я думаю, он будет не хуже, просто не хуже. Он будет на одном уровне с гигантами, с мастодонтами жанров всяких разных. Он может в любую структуру пойти и просто блистать там, быть просто неотстающим звеном и делать фиты уже не с аниме-исполнителями, да, а с какими-то... уже исполнителями просто любых песен, любых жанров. Куда он захочет, туда он и рванет. Потому что и харизма позволяет, и как он делает текста, ему все позволяет. Так что, я думаю, в дальнейшем этот автор, как и многие авторы, естественно, уйдут из аниме, да, рэпа, и пойдут покорять другие мира, да. Может быть, не связанные с аниме, но с рэпом может связанные быть. Мое мнение, могу очень сильно ошибаться, хотелось бы лично, чтобы AnyRed, если он увидит это, написал в комментариях, что он планирует на ближайшие лет 5. Есть ли у него вообще какие-то мысли по этому поводу? Или же он хочет продолжать дальше раскрывать аниме-темы, раскрывать аниме-сериалы, аниме-фильмы, аниме-мультфильмы, аниме-комиксы, аниме-манги или все, что там связано с аниме? Или же у него есть какой-то другой путь, на который он нацеливается? Но мне кажется, он все сможет, потому что с таким невероятным талантом, с таким вдохновением, да, делать музыку, потому что в последнее время просто невероятное количество работ выходит. Я думаю, у него все получится. И эта работа мне уже очень нравится. Во-первых, ну, невероятная история, и об этом можно говорить бесконечно. Если бы я шарил в этом аниме, я бы просто, наверное, кайфовал от каждого слова, потому что я бы абсолютно все понимал. А так, я понимаю только на поверхности. Только айсберг верхний мне виден, ребят. Кто что знает, мне нужен полный айсберг, то, что находится на дне, потому что там на самом деле в 3, в 2, в 3, в 4, в 5 раз больше, чем на поверхности.
это я так. Ну, мне так кажется, не то, что кажется, я это точно знаю. Так что, ребят, если шарите, пишите в комментариях, будет не лишним. А не Реду огромное спасибо. И это только начало, ребят, давайте кайфовать дальше. И это просто отлично, что вызывает у меня такие эмоции такой исполнитель. Браво, блестяще. Аплодисменты гению. Давай дальше. Смотреть на мир через руки. Ребенок, решивший проблемы других. Распят был, приняв эти муки. Перебирая планы праведности, результат. Правильно ли все решал, но не было пути назад. А что бы выбрал ты на месте, будучи в слезах, убить ребенка или уничтожить весь свой райский сад? Да. Так и решил, как имеется, что цена за жизнь одного ребенка будет ровней тысяча других. И поднося его, окутав нежеланием жить, разменял поля на части тела, отрывая их. Ну это реально катастрофа. За что? За что он так поступил с этой бедной девочкой, что просто начал отрывать части тела и издеваться над детем? Блин, у меня аж слезы практически идут, потому что это невероятная история. Мне вот это аниме хочется посмотреть, ребят. Просто хочется посмотреть на эту историю. Что это такое вообще? Ну как это возможно? Просто кто это придумал вообще? Как можно было до этого додуматься? Я лично не понимаю, ребят. И это просто гениально. Просто нереально какая-то история, наверное, которая вызывает у всех поклонников аниме невероятные эмоции. Наверное, очень грустные эмоции, но эти эмоции, конечно же, нужны тоже людям, потому что не всем нравятся только веселые аниме какие-то, да, где хорошие концы. Здесь, скорее всего, просто невероятный сюжет самого аниме, потому что то, что я вижу по тексту Анирэда, это просто слезы на глазах и просто печаль, что еще можно говорить. Но как читает Анирэда, как читает исполнитель, это просто гений, просто красавец. И будучи пленником несправедливости судьбы, он спасен, некуда идти. Среди рутин людского быта, без любви, но в пытках этой боли пересек старого пути. Убивать, чтобы вернуть свое тело тем, он девиантом был для них его фенотип. И заклеив все осколки остатков сердца, осознал, что судьбу свою он не простит. Вот реально, он не простит себя за такие вещи, которые натворил с бедным детем. Мое личное мнение, в этом аниме он никогда себя за это не простит, и уже, наверное, в сюжете, когда вы будете, когда это аниме, конечно же, кто-то смотрит, там, наверное, история раскрывается по тому сюжету, что вот этот чувак, который сделал такие плохие вещи, просто корит себя каждый божий день за это, что он натворил. Скорее всего, так, да, и красиво Анирэд раскрывает эту историю, просто феноменально. Красавец, давай дальше, просто... Вообще, если честно, этот трек нужно слушать без пауз, потому что атмосфера, если паузить, конечно же, не передается полностью, мне так кажется. И я однозначно, этот трек идет ко мне в плейлист, и это уже не обсуждается. Шикарно, мне нравится такое настроение у конечно же, у песен. И не только у Анирэда, а вообще у всех, когда вот какой-то грустный подтекст есть. И здесь просто невероятный смысл. И описание аниме Дороро, походу. Не может не аниме, а самого персонажа Дороро, да, какой-то маленькой девочки. Шикарно. Мы больше не в силах скрывать от других страхи, присущие людям. Убить человека в себе или жить с руками в крови, но без судей. Мы больше не в силах скрываться одни, смотреть на мир через руки. Ребенок, решивший проблемы других, распят был, приняв эти муки. Несмотря на то, как выглядит, хочет жить даже очень. И с небес, который рядом был, прочь иди. Сказал убить, который не прочь убить. 16 лет прошло с тех пор, как был найден он тем дром. Помогал, давал набойный бой богам, то, что было утеряно дело. 16 лет, ребят. Ну, шикарно. Мне здесь нравится смена флоу, вообще невероятная. Ну, я говорю, шикарный. Два исполнителя собрались в одном месте и делают невероятную атмосферу. Этот трек, я думаю, многим зайдет, потому что здесь есть абсолютно все. Если честно, одна из лучших работ, которую я слышал от Анирэда, и, естественно, аниме-рэп тоже шикарен. Невероятная харизма. Вот когда собираются такие люди вместе, это не может быть плохо. Они просто не умеют этого делать. Вы поймите это и просто соберитесь, ребят. Соберитесь, потому что пусть они еще делают какие-то треки вместе.
пусть импровизируют и делают еще, потому что один другому никогда не помешает, потому что у аниме-рэпа все-таки подписчиков достаточно больше, да, и, конечно же, нужны совместные работы, чтобы продвигать аниреда, потому что ему это тоже очень нужно. Но как они делают текста вдвоем? Блин, невероятный уровень, ребят, вы огромные молодцы, вы невероятные молодцы, старайтесь и дальше радовать нас этим творчеством. Я надеюсь, мы даем вам на энергию нашу, вы даете нам энергию свою, и я думаю, этот размен делает просто невероятную, не знаю, атмосферу, невероятные эмоции дает вам, по крайней мере, я в это верю. Надеюсь, у вас все замечательно, вот что я хочу сказать, но то, что вы делаете здесь... Очень хорошо, качественно и прекрасно, ребят. Несмотря на то, что достаточно грустная работа, на самом деле. Но как вы это делаете, мое уважение, ребят. Мое уважение. Ребенок, решивший проблемы других, распят был, приняв эти муки. Несмотря на то, как выглядит, хочет жить, хочет жить даже очень. И слепец, который рядом был, прочь иди. Сказал, упыдю, который не прочь убить. 16 дней прошло с тех пор, как был найден он тем дром. Помогал, добал на бойный бой, пока то, что было утеряно тело. Старый работа, бля, мистика. Братья, падает по мистика. Слов так, слово как из стекла. Были дела, как и весь их клан. На одном защита, что давала шанс измениться другому, и шаг за шагом они шли, обретая себя, и помалу конечный маршрут был до дрях Якимару. Мы больше не в силах скрывать от других страхи, присущие людям. Убить человека в себе или жить с руками в крови, но без судей. Мы больше не в силах скрываться одни, смотреть на мир через руки. Ребенок, решивший проблемы других, распят был, приняв эти муки. Ну, ребята, я не знаю, куда тут еще лайки можно поставить, я не знаю, почему нельзя еще лайков понаставить. Ну, это просто блистательная работа. Ну, я же в самом начале говорил, ну, не могут они плохо сделать. Эти два исполнителя, которые просто делают шикарную работу. Дают невероятную энергию людям. Я думаю, если я зайду в комментарии, там только положительные комментарии будут. Я, наверное, не найду... Я обязательно напишу свой комментарий сейчас, после реакции. Потому что... Их нужно поддерживать, ребят. Вот все, кто посмотрят эту реакцию, прослушают эту работу, вот просто зайдите, напишите положительные эмоции, положительные слова, добрые слова. Им будет очень приятно. Ну, невероятно ведь они это сделали. В плане атмосферы просто вышка. Ну, невероятно. История просто раскрыта на все 100%. Они что хотели донести, они донесли. Вот они хотели дать нам эти эмоции, они их дали. За это я говорю огромное спасибо двум исполнителям. Аниред просто умница, магёт умеет, практикует, не знаю ли, но то, что он делает замечательно, это, я думаю, даже глухие услышат это, потому что просто стоит смотреть на этот текст, как он его делает, невероятно, потрясающе. Картинка, вот эта вот атмосфера передана просто на 100 миллиардов процентов. Просто посмотрите на эту картинку, как все замечательно передано. Ну, просто даже можно не слушать трек, просто по картинке и так все понятно, что это прекрасно. Что касается аниме-рэпа, вот тоже огромный молодец, звучание какое-то невероятное было, если честно, я от него этого не слышал, но знал, что он способен на многое, и здесь он раскрылся для меня тоже на какую-то невероятную полосу, просто невероятный чел. А вдвоем этот дуэт просто делает что-то невероятное. Но что касается истории, это просто невероятно. Что сделали с этой девочкой? Просто невероятно, почему так произошло? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, если вы этого не напишите, я пойду смотреть это аниме, я хочу посмотреть, ну за что, почему, как? Хоть они все и раскрыли, аниред и аниме-рэп, но нужно быть погруженным в эту историю, нужно знать это аниме, чтобы, конечно же, просто получить самые лучшие эмоции. Если я не знаю этого аниме, я все равно не смогу вот получить эти эмоции. Но все равно я их получил благодаря этим двум исполнителям. В плане музыки они могут делать все, что угодно. Не только аниме, да, истории раскрывать. Они могут просто делать любые треки на любые темы, альбомы выпускать. Все, что им угодно. У аниме-рэпа
поклонники, аудитория есть большая. У Анирэда скоро будет, она уже накапливается. И рано или поздно Анирэд точно будет писать какие-то работы, не связанные с аниме, и мы их будем слушать и кайфовать. И у аниме рэпа, вот здесь посложнее, потому что у него сам никнейм такой — аниме рэп. Вот здесь сложно, уже нужно что-то переименовывать. Но я думаю, может быть, им это вообще не нужно, и только я об этом думаю. Если я когда-то об этом узнаю ответ, конечно же, мне будет очень сильно приятно. Так что, ребят, напишите в комментариях, как вам эта работа, как вам эти эмоции невероятные. Как вам это грустное звучание, да, невероятный припев, шикарная импровизация в тексте. Просто, наверное, этот трек можно на репит ставить и слушать его бесконечно. А если вы фанат этого аниме, да, вот этого Дороро персонажа, да, то я думаю, вам настолько это приятно, что вы вообще выключить этот трек не будете и будете. Пойдете на улицу, будете слушать, пойдете на учебу, будете слушать, будете тренироваться, будете слушать, потому что это просто вышка, ребят. Мне абсолютно все понравилось. Аниме рэп, Анирэд, просто умницы. Я желаю им всего самого наилучшего. Пишите в комментариях ваши эмоции, пишите обязательно в комментариях эту историю этого аниме. Будет очень-очень приятно почитать, что же это за девочка, хоть они и все мне сказали в треке, в тексте. Шикарный трек. Работа просто, не знаю, на 5 из 5, 10 из 10, 100 из 100, миллион из миллиона, я так вам могу сказать. И это однозначно, не знаю, одна из точно лучших работ Анирэда по атмосфере уж точно. Блистательно. Мое уважение, мое почтение, аплодисменты. Ребят, всем удачи, всем пока. Пишите ваши комментарии, пишите ваши эмоции, на что сделать реакции. Лайк, подписка, конечно же. И я, как всегда, скажу, делайте только хорошие вещи этому миру, и этот мир обязательно ответит вам взаимностью. Ребят, всем удачи, всем пока. Не грустите, все у вас будет хорошо. Всех с наступающим новым 2022-м, да, уже годом, или я ошибся? По-моему, 2022 же год, да? Да. Да, 2021 сейчас год, 2022 годом. Всем, ребята, удачи, всем пока. Свой комментарий обязательно оставлю под этой песней. Браво, спасибо авторам. Всем пока. Ребенок, решивший проблемы других, разгад был, приняв эти муки. Несмотря на то, как выглядит, хочет жить, хочет жить даже очень. И слепец, который рядом был прочь, иди. Сказал, убить, который не прочь убить. 16 дней прошло с тех пор, как был найден он тем дром. Помогал, давал на бой, не бой, пока то, что было утеряно дело. Старые работы были вместе, как братья, падает по вестика. Словно, слово как из стекла. Были дела, как и весь их клан. На одном защита, что давала шанс измениться другому шаг за шагом.